Спортивный праздник для 280 мальчишек и девчонок. Сегодня в спорткомплексе «Зенит» на быстроту, ловкость и меткость соревновались ребята из 28 детских садов города. Это мероприятие состоялось по инициативе депутата законодательного собрания Геннадия Любина. На веселых стартах побывала и наша съемочная группа. Внимание! 28 команд по 10 человек в каждой. Своих спортсменов-малышей на веселые старты выставили почти все детские сады города. Поучаствовать в таких массовых состязаниях приехали ребята даже из отдаленного микрорайона – Вангапуровского. Ребенок выступает, пришел поболеть, поддержать. Желаю ему победы вот, в соревнованиях. Ну и, в общем-то, главное здесь не столько победа, сколько участие, столько позитива, положительных эмоций у детей. Море очень. Без соседей с мешками надо было все мешки забросить в корзину без промаха. А в эстафе самокатом надо было прокатиться на самокате, объехать стойку и вернуться, передать самокат. А как ваша команда, команда вашего детского сада выступила? Какое место займете? Я думаю, что первая. А вы первыми приходили? Иногда приходили чуть-чуть вторыми или третьими там. В итоге у «Ласточки» диплом участника. Но никто из малышей не расстроился, ведь подарки в этот день получили все без исключения. А победителям их 9, так как самых спортивных выбирали в 3 номинациях, в зависимости от количества групп в детском саду. В дополнение к игрушкам – озонаторы воздуха. А самыми быстрыми, ловкими и меткими оказались ребята из «Ромашки», «Улыбки» и «Звездочки». Ольга Попова, Виталий Харченко. Новости нашего города.